камеры находятся абсолютно везде, в наших смартфонах, в телевизорах, на домофонах подъездов, на домофонах квартир, на каждом перекрестке, на шоссе, там каждый, наверное, километр уже установили камеры, и все эти камеры будут подключены к единому центру, и контроль будет просто тотальный. Мы разделяем ту обеспокоенность, которую сегодня озвучивают наши избиратели. Массово шлют обращения, прежде всего, в электронном виде, пишут комментарии в соцсетях и задаются вопросом, почему вдруг под шумок приняли такой серьезный закон без серьезного обсуждения. И нами будет подготовлен соответствующий проект закона, внесен в Государственную Думу, направленный на то, чтобы временно вопрос, связанный с персональными данными, отложить для того, чтобы была продемонстрирована работа систему искусственного интеллекта, было понятно, где, как, какие данные будут храниться, как это все будет работать, насколько это будет безопасно. И только после этого, после анализа, после проверки, можно было бы вернуться к той идее, которая ранее была озвучена, когда рассматривался принятый проект закона о проведении экспериментов.